Всем привет, всем здравствуйте. Сейчас вечер, 5 часов. Солнце на заходе. Друзья, смотрите, какая розочка красивая. Ой, смотрите, какие цветочки еще. Я вас порадую. Красота. Это вам привет посылаю. Кто меня смотрит? Моим друзьям. Вот еще цветочки. Красивые. Лето уже закончилось, а цветы нас радуют. Вот это я сегодня сколько вскопала. Буду сажать клубнику. Клубничку. А это рассажу. Это здесь. Здесь, конечно, копали не на совесть. Мусор остался. Вот видите, я весь мусор все до веточки удаляла. Все до веточки устала. Вот, видите, у меня вообще мало. Я весь выбрасывала мусор вот сюда. Здесь вот сколько. Это все корешки. Вот здесь посажу клубнику. Я очень люблю клубнику. Каждый год хочу ее есть. Но я думаю, на следующий год. Ну, буду ее есть, не буду, не знаю. Как с желудком. Надеюсь, буду. Смотрите, как красиво, да? Уже осень. Ну, осень у нас еще морозов нет. Морозов не было. Самая низкая температура на этой неделе стоит в ночь. 6 градусов, по-моему, или сегодня, или завтра. Вот. Ну, морозов нет, и слава богу, как бы лето еще продолжается, да? А днем 20 градусов. Сегодня солнышко было, солнечный день. Вчера было тоже 20, 19, по-моему, было. Солнца не было. У некоторых розочки уже отцвели. Здесь еще цветут. Красота.